Мы выбрались опять на прогулку, так, за покупками там и по мелочи. И сестра зашла сейчас в свой районный ФМС спросить, когда будут готовы документы, чтобы подготовить следующие. У нас, кстати, очень тепло. Вчера, сегодня было вот, и солнце светит, но сейчас его затянуло тучами и ничего не видно. Сейчас я вам покажу. Где вы здесь видите вывеску ФМС? Какой зайчик? Нет. Может, суши бы заказали? Или ну, давай выберем. Возьмем с собой там суши? Да. Какую? А ты хочешь такую или возьмем какие-нибудь вот отдельно? Отдельно? Да. Потому что здесь я не хочу все так. Мне нравится вот такая. Вот, да, я такую хочу. Липтон, молоко, сметана, рыбки, оливковое масло, всякие заправки, зелень на салат, яблоки, грейпфрут. Два грейпфрута на 110 рублей, а яблоки Golden вышли на 103 рубля. Салфетки мокрые. И такие вот крекеры попробовать. И дальше. Вот так вот нужно кушать салатик. Вкусный салатик.